И еще об одном достижении, автор которого объединил силовой спорт, цирковое искусство и даже элементы шоу. Наш земляк Никита Меркутов придумывал трюки для себя и своих поклонников, а в конечном итоге заинтересовал продюсеров проекта на федеральном канале «Минута славы». Мария Жукова встретилась с муромским богатырем и подготовила сюжет на целых 3 славных минуты. Муром – древняя земля, которая издавна славится богатырями. Современный ли муромцы изменилось лишь то, что нынешним богатырям нужны не доспехи, а вера в себя, хорошая физическая подготовка и парочка фирменных приемов. Молодой муромский спортсмен Никита Меркутов – настоящий богатырь. Ему по зубам силовые виды спорта – кроссфит, тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг. Последним даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А ведь все началось 23 года назад, когда родители Никиты привели сына в секцию карате. Тогда мальчик понял, что мечтает попробовать себя сразу в нескольких видах спорта. В 2011 году нас пригласили на богатырские забавы, которые первый раз проходили в городе Муроме. Я занял тогда, сейчас скажу, 6-е место из 10 спортсменов. В принципе, это было самый такой, сказать, достойный результат. Я был самый молодой и самый маленький по весу. За плечами Никиты участие и победы в различных соревнованиях. Кроме того, муромского силача заинтересовало продвижение собственного аккаунта в Instagram, куда он выкладывает собственные мотивационные видео, мастерски выполняет классические упражнения, усложняет программы тренировок, тем самым старается продемонстрировать и доказать своим подписчикам, что можно заниматься спортом где угодно и с любым инвентарем. Главное, чтобы было желание. Старания, ежедневные тренировки и такие мотивационные видео заинтересовали не только жителей нашего города, спортсменов. Никиту заметили редакторы Первого канала. Завел я Инстаграм, получается, где-то год назад. И уже такой определенный толчок, высокий. Мне позвонили редакторы Первого канала с «Минуты славы» и пригласили, сказали, что им очень понравилось то, что я делаю. Держу баланс на различных предметах, на бутылках, на палках, на швабрах, на гирях. Вот. Им это очень понравилось, заинтересовало. И они мне предложили, сказали, приезжай. Ну, я не раздумывая, сразу сказал, что да, я приеду. Семья поддержала Никиту, и муромский богатырь отправился покорять столицу. Когда я уже прошел всю полностью программу, все, что я хотел, все 8 трюков сложных, мне сказали, что... Такого однозначного ответа не было. Мне сказали, что вы молодец, мы вам позвоним. И уже где-то я, когда приехал домой, через 2 дня, мне уже позвонили и сказали, что нам все понравилось, вы прошли. Кастинг позади. Теперь муромский спортсмен готовится к следующим этапам шоу «Минута славы». Поддержим вместе нашего земляка и пожелаем удачи. Никита, в свою очередь, оставил пожелание начинающим спортсменам. Никогда не сдавайтесь. Никогда не жалейте ни о чем. Делайте то, что вам нравится. Мария Жукова, Александр Симонов, Илья Облетов. Наши новости.